черти злились и закрывали уши. Вечером, когда дети возвращались из Хедера, главный черт выскочил и напугал детей. И разбежались дети по своим домам. Один бал Шантов не испугался, потому что Бог дал ему силу. Утром он позвал малышей, и они снова пошли в Хедер. Черт выскочил навстречу и хотел опять их напугать. А Волшебтом и дети как дадут его дубинкой. Перепугался черт и провалился в подземелье.